Вот здесь у нас лежит одежда наша. Прям на полу в углу. Че? Вот Макс. Обедает. Да, всем здорово. Я уже поел. Вот здесь я обедал. Это мой стол. Типа стол. Это типа стол. Вот я ел рис, чай, котлеты и яйцо вареное одно. И муха улетела. Ну да. Она, кстати, на кипятильник садилась. Это моя сумка. Тут вот все стоит. Это склад. Такой бардак. Вот дверь. Вот так. Так, это клей. Мешки. Вот. Еще одна комната. Так все выглядит. Здесь пока нет потолков, а так будут натяжные потолки. Тачка. Прокачка. Кабеля всякие. Вот. Ванная комната. Туалет. Вот кухня. Ну да, это кухня. Тут лежат все пакетики. Стол, мешки для мусора. Розетка даже. Балкон. Вот такой балкон. Тут стройка. Трехэтажки везде, вон школы. А, нет, ну да, как бы. Вон школа. Дальняя. Все, вот такая мини-экскурсия по складу. И это кроссовки. Ну, в принципе, все. Вы видели, как выглядит наш склад.